Здравствуйте, товарищи! В этом видео я отвечу на ваши вопросы. Итак, первый вопрос к Октябрьской революции я отношусь положительно, второй вопрос к Ленину отношусь с небольшим презрением и, наконец, третий вопрос к Сталину я отношусь очень хорошо. Продолжаем. Четвертый вопрос. Возможно, подключу партнерскую программу для заработка. Идем. Дальше. Пятый вопрос. Возможно, с 10 тысяч подписчиков будут выходить и обычные видео по 15 минут. Шестой вопрос. Мой и набрать как можно больше товарищей, бизнес-партнеров. Седьмой вопрос. Моя цель 15 тысяч до конца года. Восьмой вопрос. Потому что я патриот Союза Советских Социалистических Республик, и я хотел сотрудничать с БУД товарищем. Девятый вопрос. Лучший правитель России – это Сталин. Ага, десятый вопрос, конечно, будут, например, ответ на вопрос. Одиннадцатый вопрос. Идеи от подписчиков принимаются. Двенадцатый вопрос. Я играю в Майнкрафт, но не часто. Идем дальше. Тринадцатый вопрос. Я недавно смотрел фильм «Крылья на Берлин». Еще я интересуюсь игрой и ЕХ-2, ссылка на нее будет в описании. Четырнадцатый вопрос о спецоперации. Я думаю, что это хорошо и правильно. И, наконец, пятнадцатый вопрос. Трансляции, возможно, будут и развиваться. Я, естественно, буду. 16-й вопрос. Я из города Москвы. И уже 17-й вопрос. Мое хобби рисование. 18-й вопрос. Мне нравится путешествовать. И я мечтаю восстановления Союза Советских Социалистических Республик. Последний 19-й вопрос. Да, я бы хотел быть президентом. Но мне еще нет 18 лет.